Вот и вечер настал. Тренировку я сделала. Но, блин, я ее не выложу, потому что там будут авторские права. Сейчас я картину делаю. Красивую картину. Она капец, у нее очень сложный уровень. Во-первых, здесь квадратные вот эти вот штучки, камушки. Во-вторых, уровень сложности сложный. Тут очень мало, допустим, повторяющихся букв. Постоянно разные, постоянно нужно менять цвета. Не запутаться, не пропустить и, короче, так далее и тому подобное. Витюня сидит, стендов играет. Тоже картину немножко пособирал. Сына, а чё я Машу Медведь, может, сама дособираю? Да нет. Успеется? Ну ладно. Ну ладно, раз успеется. Ребята, все. 2 часа назад я выложил видео. Угу. И уже 2 просмотра. Ну хорошо. В ТикТоке? А ты выложи картину, типа вот такую картину я собираю. Не хочешь? Ребята, всем привет, пишите как-то. Блин, тренировка классная. У меня мышцы прям все болят. Так, а 0,5 у меня должно быть. А 0,4. А 0,7. А где? Ничего не поняла. А вот она опять. Не там лежала. Тут мне так удобно на этом диванчике. За деньги да, за деньги да, за деньги да. Вот такие дурацкие сейчас песни сочиняют, капец. Витюш, поставь тише, пожалуйста. Вдруг у меня вылезут авторские права. Придется потом удалять видео. А это значит, что просмотров меньше. А мне нужно просмотров больше и больше. Скажите, Юль, тебя не поймешь, что ты больше не будешь снимать. То видео за видео, за авторские права переживаю. Блин, я что-то кушать захотела конкретно. Я же сегодня что я съела? Вот это 2 кусочка этого пирожного. Второй не до конца доела. И все. Ладно, стройнее буду, ничего страшного. Ничего страшного. Это без воды человек долго не может. А без еды он может долго. Блин, кто-то там мне написал. Всем желаю спокойной ночи.